Внимание! Представляем составы играющих сегодня команд. На лед приглашается сборная команда звезд ночной хоккейной лиги. Дмитрий Винцукевич. Дмитрий Горячев. Владимир Вагин. Валерий Кайгородов. Олег Смирнов. Антон Науменко. Александр Мельников. Георгий Кушнир. Дмитрий Парышев. Олег Громаренко. Вадим Смагин. Михаил Сутягинский. Олег Тарасов. Игорь Белоусов. Максим Саварда. Виктор Вейт. Артур Кислица. Игорь Власов. Виктор Левашов. Андрей Климбарский. Алексей Сайгин. Владимир Набоков. Владимир Гуляев. Максим Шкадов. Номер 25. Андрей Левенцов. Номер 76. Алексей Петров. Номер 42. Дмитрий Ковалев. Номер 89. Народный артист России Игорь Бутман. Номер 61. Президент Норникеля. Двукратный обладатель Кубка Легенд Владимир Потанин. Номер 55. Вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг. Номер 19. Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Номер 17. Председатель Совета директоров континентальной хоккейной лиги. Президент хоккейного клуба СКА Санкт-Петербург Геннадий Тимченко. На лед приглашается сборная команда «Легенды хоккея». Номер 4. Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Сергей Бабинов. Номер 5. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Алексей Гусаров. Номер 6. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Илья Пякин. Номер 7. Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов.
Номер восьмой. Двукратный олимпийский чемпион. Четырехкратный чемпион мира. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Игорь Ларионов. Номер десятый. Первый в истории Олимпийских игр. Лучший нападающий и бомбардир среди профессионалов в Нагано. Первый в истории мирового хоккея русский спортсмен, чей игровой номер 10 увековечен клубом НХЛ. Легендарная русская ракета, заслуженный мастер спорта СССР и России, Павел Бурев. Номер 93-й. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, член тройного золотого клуба Валерий Каменский. Номер 89-й. Олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, член тройного золотого клуба Александр Могильный. Номер 18-й. Трехкратный чемпион мира. Ирек Димаев. Номер 23-й. Олимпийский чемпион. Трехкратный чемпион мира. Виктор Шалимов. Номер 26-й. Олимпийский чемпион. Игорь Болдин. Номер 27-й. Олимпийский чемпион Виталий Прохоров. Номер 28-й. Олимпийский чемпион, чемпион мира Вячеслав Буцаев. Номер 51-й. Олимпийский чемпион Андрей Коваленко. Номер 72-й. Мастер спорта международного класса. Чемпион молодежного первенства мира. Ильдар Мухаметов. Номер 76-й. Серебряный призер чемпионата мира. Александр Гуськов. Номер 91-й. Серебряный призер Олимпиады. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Сергей Федоров. Номер 95-й. Серебряный призер Олимпиады. Двукратный чемпион мира. Алексей Морозов. Номер 2-й. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член тройного золотого клуба Вячеслав Фетиса. Номер 15-й. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, председатель Совета легенд ночной хоккейной лиги Александр Якушев. Номер 20-й. Губернатор Тульской области Алексей Тюмин. Номер 13-й. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Номер 11-й. Президент Российской Федерации Владимир Путин.
особо для приветствия предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Дорогие друзья, любители спорта, зрители, спортсмены, я вас поздравляю с окончанием 8-го сезона ночной хоккейной лиги. Спасибо вам за то, что вы своим примером вдохновляете миллионы людей на занятия спортом, физической культурой. Хочу поздравить победителей, команду из в третий раз из одного города. Сегодня же мы это обсуждали. Я хочу пожелать вам успехов и из Екатеринбурга. Хочу пожелать вам успехов и сказать, что это успех, действительно. Почти 1000 команд сегодня играет в ночной хоккейной лиге. 162 команды приехали сюда в Сочи на так называемую финальную пульку. Это большая конкуренция. Я видел, как играют так называемые любители. Здорово, просто здорово. И нашим звездам с вами не так легко справиться. Тем более, что я представляю ваши интересы там. Так что буду стремиться к тому, чтобы вы выглядели достойно. И сегодня начинается чемпионат мира по хоккею. Сегодня первая игра нашей сборной с хорошей командой, с норвежцами. Пожелаем им успехов. Для вручения приза победителю Лиги чемпионов дивизиона 40+, приглашается президент Совета легенд ночной хоккейной лиги Александр Якушев. Сертификат на строительство ледового катка вручается победителю Лиги чемпионов дивизиона 40+, команде «СКОН Урал Екатеринбург». Приз вручается игрокам команды «СКОН Урал» Алексею Тютяеву и капитану Вадиму Юлсакову. Спасибо, дамы и господа! В исполнении Пелагеи звучит государственный гимн Российской Федерации. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов союз вековой. Мы гордимся тобой. Сегодняшний матч судят судьи. Главный судья ночной хоккейной лиги, судья международной категории Александр Зайцев.
Судья международной категории Сергей Евтеев. Судья всероссийской категории Дмитрий Кравченко. Судья ночной хоккейной лиги Яна Тетер. No!
завершение церемонии символического вбрасывания. В центр площадки приглашаются председатель Совета директоров Континентальной хоккейной лиги, президент хоккейного клуба «СКА» Геннадий Тимченко, президент Российской Федерации Владимир Путин и спортсмены, которые достойны особых аплодисментов. Каждый день они одерживают великие победы, преодолевают все обстоятельства и, несмотря ни на что, выходят на лед. Встречайте! Детская команда по следж-хоккею «Тропик», город Тула. Победители международного турнира «Крейзерс Кап 2018» в Канаде. Игроки детской сборной России по следж-хоккею и победители первого фестиваля детской следж-хоккейной лиги. Номер четвертый – Кирилл Гаврилов. Номер 21 – Вадим Филюков. Номер 28 – Кирилл Афанасов. Ваши аплодисменты юным следж-хоккеистам! Приветствует губернатор Тульской области Алексей Тюмин. Ворота команд защищают сборная ночной хоккейной лиги Александр Мельников, номер 40-й. Легенды хоккея Алексей Тюмин, номер 20-й. Представляем тренерский штаб команды ночной хоккейной лиги. Игорь Анатольевич Бахмутов. Рашид Халилович Сайфутдинов. Сафиулин. Тренерский штаб команды легенды хоккея.
олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Владимир Мышкин. Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Владимир Лученко. Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Юрий Ляпкин. Серебряный призер Олимпиады, двукратный чемпион мира Александр Голиков. Серебряный призер Олимпиады. Тренерского штаба команды «Легенды хоккея». Серебряный призер Олимпиады, четырехкратный чемпион мира Владимир Голиков. Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников. Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Сергей Макаров. Чемпион мира Николай Макаров.
стала командой легенды хоккея, назначен штрафной бросок. Бросок выполняет Артур Кислицын, номер 6.
Владимир Путин, номер 11. Thank you.
выступил Владимир Путин.
Двигайте, развивайтесь, развивайтесь.
Oh.
Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия в отставке, господин Герхард Шредер, друг России и личный друг Владимира Владимировича Путина, почетный гость сегодняшнего матча. Давайте все вместе его поприветствуем.
Передача Алексея Касатонова, номер 7. И Павла Буре, номер 10. Шайбу забросил Владимир Путин.
Алексея Петрова, номер 76, и Андрея Воробьева, номер 19. Шайбу бросил Андрей Левицов, номер 25.
Последняя минута второго периода. Владимир Путин.
Великолепные имена, девчонки, вы откуда? Понятненько. Я же вас сразу забыла перекличка. А вы? Тоже из Москвы, но я вообще из Крыма. Понятно, из Крыма. Земля. Как вам настрой? Вообще команда? Как игра? Как хоккей? Ну просто супер вообще. Просто забываемые эмоции. Очень классно. Давайте попробуем спрогнозировать. Вот сейчас 9-4. Как вы думаете, с каким счетом закончится матч? Мне кажется, будет какой-нибудь счет 12-13-6. Ага, то есть, значит, как видите, еще два. Отлично. Так, ну что мы будем делать? Смотрите, вот еще у нас есть здесь девчонки. Девочки, вы что-то у нас спрашивали. Чего бы вам больше всего в данный момент хотелось? Дать камеры. Да ладно, потанцевать? Ну, вот камера. Вот, это за два. Чуть музыку погромче, посмотрим на этих очаровательных танцоров. Поехали. Сердца, покажите, пожалуйста, камеру. Какая-то особенная активность была в бою. Да, это мы были с командой. Сердце на голове. Класс, сердце везде. Смотрите, у нас еще один колоритный болельщик. Вот, сейчас мы перелезем. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Шамиль зовут. Шамиль, великолепно. У вас такое хорошее настроение, вы пришли нам что-то сказать важное. Да. Ну-ка. Я сам с Феодосией родом. Сейчас в Сочи отдыхаю, но временно живу в Москве. Всем бы хотел привет передать, поздравить всех с праздником, с таким великим событием. Шамиль, спасибо вам большое. Феодосия, Сочи, Москва. Отличная география. Вот это трибуны, вот это болельщики. Все круто, давайте соберемся поближе, чтобы все нас увидели и пошумим. Ну и сейчас все внимание на сцену. Это группа поддержки сборной России по хоккею. Под ваши аплодисменты и зажигательный танец на сцене. Музыка, можно станцевать точно так же, вот что-то новенькое для себя
найти какие-то новые танцевальные движения. Не стесняйтесь, друзья, этот матч на самом деле для вас. Используйте по максимуму все, что здесь происходит. Крутые активности в фойе, шоу здесь, на арене и великолепное зрелище. Команды ждут вашей поддержки. Скандируем шайбу, скандируем Россия. Смотрим, ждем побольше забитых. Let's go.
explain. Every time it's the same. Oh, I'm feeling it free. My heart, I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for a man. My heart, I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Thank you.
передачи Валерия Каменского, номер 93. Шайбу забросил Владимир Путин. Уважаемые болельщики, в эти минуты в Братиславе проходит матч между сборными командами России и Норвегии. После второго периода счет 4-0 в пользу сборной России. Третью шайбу забросил Никита Кучеров, четвертую Евгений Дадонов. Тимченко, номер 17, и Андрея Воробьева, номер 19. Шайбу забросил Андрей Левенцов, номер 25.
Вячеслава Детисова, номер 2, и Павла Буре, номер 10. Шайбу забросил Владимир Путин.
Последние две минуты третьего периода.
президент Совета легенд ночной хоккейной лиги Александр Якуша. Кубок победителя голоматча ночной хоккейной лиги вручается команде «Легенды хоккея». Аплодисменты команде победителю! Уважаемые участники матча, по доброй традиции просим всех собраться в центре площадки для общей фотографии. Уважаемые участники матча, мы благодарим вас за прекрасный хоккей, за яркие эмоции, за бескомпромиссную борьбу, за красивые комбинации и за великолепные шайбы. Спасибо! Легенды хоккея, пожалуйста, присоединитесь к общей фотографии. Тренерский штаб команды звезд ночной хоккейной лиги, пожалуйста, мы ждем вас в центре площадки. Молодцы! 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 Молодцы!
чемпионата победителей. Yeah.